Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной сегодня работает оператор Александр Худяков. И начнем традиционно с телезрительских кадров дня. Маленькая красная жукашечка, размерчиком-то полсантиметрика всего. Летом внимания не обратишь, а зимой это неожиданное гостье, и она, конечно, становится кадром дня. Фотографию прислала Снежанна Гилева. А это фотография от Артема Старожука. Каких только федераций не бывает на свете белом. Есть и федерация метания пельменей Пермского края. Мы улыбнулись. Святки – это уникальное время. Это время между Рождеством и Крещением на Руси. Испокон веку было принято в это время гадать, колядовать, играть. И в центре досуга Мотовилихинского района возрождают старые русские традиции. Сегодня мы завершаем цикл новогодних мероприятий святочными колядками. В программе игры, забавы, то, что возрождает русскую традицию. Заинька, серенький, вот заинька, беленький, некуда заиньке выскочить, ох, некуда серому выпрыгнуть, а замочки немецкие. Сейчас козочку, зайку не выпускаем. И дальше продолжаем. А мы теперь пошли. Пошли хороводиком. И он заинька, беленький. Некуда заиньке выскочить. Некуда серому выпрыгнуть. Ну-ка, зайка, шока, бока, перед нашим хороводом. Ну-ка, зайка, поклонись. Кому хочешь, поклонись. Маша. Еще поцелуйся. На звонки и сообщения жителей дома номер 18 по улице Можайская дежурный по городу уже реагирует, вы знаете, вот как волк из мультика «Жил-был пес». Шо? Опять? Да, к сожалению, опять. Да, к сожалению, снова из подъезда течет канализация. И опять дышать нечем. И опять вонища жуткая. Да, дом бесхозный. Да, он вот такой вот пасынок жилищно-коммунального хозяйства. Но это ведь не значит, что ничего делать с ним не надо. Наоборот. Пора наконец-то взять и решить проблему. Как-то вот радикальненько, раз и навсегда. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого интересного и содержательного сообщения получит подарок от Рифей ТВ. А посему не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы 2-630-300 для абонента «Дежурный по городу». Сайт в интернете rifey.ru. Обязательно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Завтра на вахту заступает Анна Водоватова, ну а Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свою сегодняшнюю работу. Улыбайтесь, друзья, что бы ни случилось в жизни. Спасибо, удачи. Пока.